Всем привет! Вы на канале Condition Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы играем в хоррор. Slender The Arrival. Slender. Прибытие. Если я не ошибаюсь. Итак, давай посмотрим. Выбор главы. Тут даже есть главы. Насколько я... Сложность легкая. Средняя и вопрос. Ну давай среднюю возьмем. Прям. Графика. Что такое все размытое-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой ужас. Все размытое, размытое. Куда еще его включать-то? Еще больше ваше размытие. Графика, пускай она хорошо остается. Ой. Какой-то ужас. Чувствительность мыши очень высокая. Для чего это надо мне такое? Ой, какая кошмарная игра, полностью видно. Два видно. Интересно. Вот так, наверное. Во! Нормально. Итак, ну. Мы можем только начать игру. Вскоре после того, как в парке Oakside открылся первый кемпинг, многие отдыхающие говорили, что кто-то следит за их домиками. Сообщения поступали не один год, но внезапно все. Все, внезапно все. Дали нам. Какой-то такой слайд-шоу, что-то там написано, машина ехала, какие-то тени, и когда ты найдешь, как далеко ты будешь, ой, вот, батюшки, как, какое же, зажать shift для бега, динамик. Прям как в Outlast с камерами набегает. Я помню, играл какого-то первого Слендермена. Чего? Еще давным-давным-давно. А прыгать что-то нельзя, да? А, надо обойти. А почему звука-то нету? Ау, тетя. Звук-то есть у нас? Ты что-нибудь слышишь? А у меня микрофон-то вообще включен. Так, ну давай, куда нам бежать? А, студия Blue Chill. Че, серьезно, Blue Chill? Так, мы нашли какой-то забор кирпичный. В сотрудничестве с Parsec Production. Почему звука нет? Или я что-то не слышу, я понять не могу. В чем проблема? Брэндон Фрэнк. Ну, все сделали такое, знаете, кинематографичное. А прыгать он не может. Он может только бежать и приседать. Короче, Слендермен. Слендермен. Да? Приближать не можем, нет? Он же вроде... О! На Е, короче, приближает. И вот, о, вторая машина. Значит, здесь кто-то есть. Алло, тетя, вылазь. Есть тут кто живой? И вроде как Слендермен охотился за подростками. Там надо было найти 7 листочков каких-то страниц. И вроде как, в принципе, на этом все. Больше там, как бы, ничего сделать нельзя было. Ну и там, конечно, была ночь. Днем, я так понимаю, он не появляется. Но тут что-то все темнеть начинает. Темнеть начинает. Что такое-то? Алло? Не, ну так неинтересно. Это что, кладбище, что ли?
А, это дом. Мне просто показалось, что там крест продается. Ну, продается, а чё, какого хер тут никого нет? А, у вас нет фонарика? Не, ну я так вообще не играю. А где звук-то? Я на сотку уже выкрутил. Вообще нет звука-то. Нажать левую кнопку мыши для взаимодействия с подсвеченными предметами. У страха, как говорят, глаза велики, поэтому бояться не надо. Что-то разбросал кто-то. А бухали что ли тут? Они тут посидеть можно. От него закрыться можно, да? Или как? Как вообще? По каким законам физики живет Слендермен? Как от него можно? Или это вообще не с ним связано? Игра. Я просто понять не. Опа, 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 чуть валяется. Короче, тут произошел пьяный дебош. Походу. Опа! Чествование жизни. А, Бет или Бот? Бет. Бет Хейс. 18 октября 2009 года, 9:00 утра. Кладбище Грейс Хилл, 615 Эверсон Стрит. Пастор Джон Тейлор. Ну, прям как все из американского фильма. А, в общем, 9 утра будет чествование жизни. Какой-то тип. Предмет добавлен в журнал. Его можно посмотреть позже из главного меню. Ну, по какой смысл? Если мог, кто-то тут наварил помоев собакам. О, позвонит. А почему я не могу набрать каждый... А, ну да, логично. Кажется, телефон не работает. Ну, давай. Да не, вот кажется, или фигурки сами передвигались. Ой, окна. Они открыты или закрыты? Их можно закрыть или открыть? Понятно. Короче, какая-то драка происходила. Ой. Кто-то курил сигару. Будем следовать дедукции. Использовать метод дедукции. Почему не работает? А почему звука-то нет? Знакомо звучит. Для меня вообще ничего сейчас не звучит, нихера. Ты можешь мне объяснить, почему звука нет? Где вашу мать звук? Опции, звук. Может, что-то не так пошло? Не знаю. Разобрался совсем, появился звук, потому что у меня микрофон определился как наушники. Эй, что там мигало? Или это глюк такой? Ой, какие звуки-то паршивые. Ужасы. Так, это что за пульт? Кажется, телефон не работает. Фонарик у нас есть. Фонарик. Ох ты, тут какой-то... Ну, тут реально какой-то погром произошел. Так. У нас есть фонарик. Благодарю. Я не могу отблагодарить тебя за то, что ты помог мне выбраться отсюда. Было довольно сложно продать это старинное место, и я жалею, что не обратилась к тебе раньше. Ты не представляешь, как счастлива я буду, когда все останется позади. Люблю тебя, Кейт. Кейт, значит, свалил отсюда, да? Так, что, пожрать-то можно, нет? Какие жадные. Так, а слушай, а батарейки-то у нас это... Ау, есть кто?
Так, прыгать он не умеет. Я надеюсь, батарейки у фонарика не садятся. Так, кто-то тут чаевничал явно. Ну тут по-любому погром был. Прям конкретный погром. Опа. Это что за сумка такая? Чемоданы. Какой-то шкаф интересный, смотри. Раритет. Тук-тук, есть тут дома? У вас тут дверь открыта. А если мы назад пойдем, а? Светло станет. Ну что-то как-то мы пришли, да, потемнело. Хотя было светло. Че, нихера. А-а-а, нихера, светло не становится. Ладно. Я вас понял. Я вас понял. А ну-ка, а если сюда пойти? Че не поменяется, да? Ладно, значит, игра, короче, нас сама ведет. Куда нам идти? Опа, это что там за... Эй, что такое? Опа! Пропавший! Ой, нужно быть начеку. Чарли Мэтьюсон-младший. Если вы видели этого ребенка, пожалуйста, позвоните 555-3799. Кто здесь? А ну выходи, у меня оружие. Вроде никого нет. Ну да ладно, давай посмотрим. Давай смотреть дальше, мы на второй этаж еще не поднимались. Вот интересно, проблема с этим домом или... Или все-таки с этим лесом или еще с чем-то. О-о-о-о, звуки-то какие открывающиеся, а? Страшные. О-о-о-о. Да ты серьезно, что ли? Ну не было же этого. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, это сраный Слендермен. И он обитает в лесу. И чё? Блять, повернемся вон там. Так, здесь мы не были, да? Наверное, не были. Ну тут тоже все в погроме. Все разбросано. Хотя нет, здесь мы, по-моему, уже... Здесь мы были, да? Ну да, 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 здесь вон ведро, по-моему. Опа, табличка. А, фонарь, батарейки, зажигалка, керосин, кассета. Запереть дом, да нахер тебе его запирать-то? Нахер вообще вот эту табличку брать с собой? Запереть дом. А на машине-то можно уехать, нет? Че, не? Ключи не оставили. Интересно. Девки пляшут. Так, пошли-ка на второй этаж. Че у нас там происходит? Ходит. Ой-ой, ну уберите вы это отсюда, а? Ну вот зачем все испортили? И зачем вот на потолок, как он туда лазил? Выходите с поднятыми руками. Ну что у него тут какие-то... А, это камера так делает, я уже... Я уже было хотел наложить в штаны. Короче, тут ничего интересного нет, какая-то барахлишка. Барахлишка, барахлишка. Мне кажется, в доме ничего такого не будет страшного. Чувак на полу хотел поспать. Опа! Не, показалось. А!
Никого здесь нет? Чё за погром? И дверь закрыта в конце. Да вы серьезно? Сейчас повернусь, а он тут, да? Нет? А ну иди отсюда, падла! Скотина, я тебя не боюсь. Хоть бы он сюда не пришел, а? Для этой двери нужен ключ. И чё вот он появился там и терялся? О, вот это да. Это мы не знали. Давай-ка закроем дверь. Сейчас опять в окно посмотрю, он там, да? Нет. Что-то тихо как-то стало. Ну, в общем-то, здесь, я так понимаю, больше ничего и нету. Это роботы. Ужасы. Ладно, пойдем отсюда. А куда идти-то вообще? А, подожди, мы вот сюда еще не ходили. У меня дверь закрыта, ясно? Так. Чемоданы нельзя взять, да? Так, дверь за собой закрываем. Обязательно закрывайте двери. Я в комнату зашел, даже, блин, сразу в окно. Опа, это у нас ключи от той комнаты, походу, от той комнаты. Никого нет. Так, что, больше здесь нет? Ничего. Ой, ну страшная игра, страшная, очень страшная. Аж хочется выключить ее поскорее. Ну, че нет-то? Сейчас опять посмотрю, вон там, да? Че, нет никого? Я не боюсь? Падла. Смельчак. Я тебе даже окно открыл, падла. Не боюсь. Ага. Так, здесь ничего не поменялось. Так, опять? Нет. Игра нас просто медленно готовит. Ух, твою же ж мать, окно закрыто. Открыто, вернее. Ты это видишь? Спасение? Маяк. Безопасно. Останови это сейчас, что-то. Короче, надо двигаться на маяк. На маяке безопасно. Маяк, он боится. Что это за звездочки? Так, что это? Спасение. Слендермен этот. Мне кажется, ли кто-то идет? Че это за звук? Че понять не могу? Давай в окно посмотрим. Ага, вон маяк. Видал, да? Так. Короче, все по одному. Короче, нужно... Так, а что это такое-то? Один, второй маяк. Между гор пройти к маяку. Ну да, конечно. Не, вы видели? Там прошел чувак. Здоровый.
Или он там просто на горе стоит? Что я что-то понять не могу. Давай дальность прорисовки повысим. Нету такого. Нету такого. Придется идти пешочком. Больше ничего нет здесь, да? Давай записку почитаем. А, это можно только потом увидеть. Кто это там орёт, мать вашу? Ух. Что это, блин, за крики? О, видали? Ладно, пойдем. Волка боятся, как говорится, в лес не ходить. Поэтому пошли. В характере. Прям. Волевое решение. Где здесь выход-то? Да ты серьезно, что ли? Как туда попасть? Ладно, попёрли. Так, отсюда мы не пройдем, да? А, нет, пройдем. Ну, побежали. Ну, вон он стоит на горе, мать его. Чё он там стоит? И почему он такой огромный? Или это какой-то скрип несработанный? Ну, чё это там стоит? Ага. А его уже и нет. Так, а вот это что-нибудь дает? Опа. Это что-то дало, да? Подожди, или он света боится? Ой, чё он пялится? Здесь больше ничего нету, да? Пойдем сходим до него, чё он там стоит? Ага. Ясно, блять. Не хочет он разговаривать с нами. Пойдем сходим, где он стоял. А, ага, ясно. Сюда нам нельзя. Опять он где-то тут промелькнул, да? Опа, что опять там стоит? А ну, падла, выходи, мы тебя не боимся. Чуть эти вороны разлетались. Итак, давай-ка здесь поищем, что тут у нас есть. Так, опять у нас фотография с пропавшим ребенком. Да что они там летают-то, блядь?
Ага. Вы видели этого ребенка? Не видели мы никого нахер тут. Тут какого-то ублюдка. Сейчас доски повалятся, нет? Я так понимаю, когда камера моргает, он где-то рядом был, да? Мы не боимся, мы не боимся. О, там что-то появилось. В принципе-то как бы ничего страшного тут нету. У нас ведь как бы не... Вон он опять там стоит. В чем прикол, я понять не могу. Но это всего скорее, мне кажется, скрипт. А в определенный момент он, наверное, пойдет за нами. Просто он там до определенного момента застопорен. Как мне кажется. Потому что... Так, чё, тут ничего нету? Ну вот, придется в дом идти. А, он, видишь, перемещается. Падла такая. Мужик. И что, типа, может нам надо все-таки торопиться? Выполнять там. Вот этот дом сгоревший, кстати говоря. Надо здесь, наверное, что-то найти. Портал в ад. Блять. И чё? Но я так не играю. В том так темно-то стало. Что он позади нас, да, стоит? Нет. То он переместился, да? Опять, наверное, на ту гору. Конечно, он стоит. Тупо туда-сюда телепортируется и все. Ничего страшного в этом нет. Пойдем дальше. Дальше. Вот вопрос только в том, куда дальше туда. Не, ну если это вся... Как бы крепота, что он с одной горы на другую телепортируется, но это так неинтересно. Это уже не страшно. Попса какая-то. То он на какую-то гору вот ну, туда вот, по-моему, да? Прямо не вижу. Ладно. Давай зайдем вот сюда вот. Я уж думал, аптечки валяются. Ничего интересного нет. Что, и тут ничего интересного нет? Ага. Он идет за мной. Почему я не слушал? Он был прав, он говорил, что это произойдет. Помоги мне. Нужен КР. Он знает, как это остановить. Найди меня. Не впускай его. Куда не впускай? Куда его не впускать-то? Ничего. Я вообще ничего не вкуриваю.
до трагического инцидента с поджогом, который ошеломил общину. Многие жители Оуксайда говорили, что человек, ставший жертвой пожара, вел себя странно и избегал соседей. Ох ты! Мы прошли главу, целую главу. И, наверное, о, как далеко-то, ни хрена себе, это он оказывается далеко-далеко за горами, этот маяк-то расположен, прям очень далеко. Ну да ладно, на сегодня все. Вы были на канале Condition Play, меня зовут Александр, и мы играли в Slender The Arrival. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео, оставляйте комментарии. Конструктивная критика приветствуется. Ну и мы с вами не прощаемся. Увидимся в следующих сериях. Всем до встречи и пока.